Почти в 1500 домов сараю поступает голубое топливо. Газовые плиты установлены в 16 тысячах квартир. Для жильцов это обычная бытовая техника. Но не стоит забывать, что при неправильной эксплуатации или халатном отношении простое приготовление пищи может закончиться взрывом газа. Поэтому всегда нужно помнить простые правила безопасности. Не оставлять без присмотра работающие газовые приборы. То есть, если вы приготовление пищи, то есть нужно все время быть рядом, чтобы не происходило заливание горелки, загазованности помещения. Обязательно проверять работу вентканалов, дымоходов. Газовое оборудование требует особого внимания не только, когда его используют. Требования безопасности нужно неукоснительно соблюдать всегда. Когда не пользуетесь плитой, закрываем все краники на плите, закрываем кран на газопроводе. Утечка может быть не только в плите, она может быть в соединениях каких-то. Исправность газового оборудования в квартирах проверяют раз в год. Кроме этого, сотрудники газоснабжающей компании осматривают инженерные коммуникации в подвалах, подъездах. Ежегодно проводят контроль на опрессовку газопровода. Если специалист обнаружит падение давления газа в трубах, то это значит, что где-то есть утечка, которую нужно немедленно устранить. Самовольное, значит, подключение газовых приборов запрещено, потому что это может привести к летальному исходу. И даже не то, что как бы они себя этой опасности подвергнут, они подвергнут опасности и окружающих. О проблемах с газовым оборудованием можно узнать и по оттенку пламени в конфорках. Его цвет зависит от количества поступающего в систему кислорода. Если жильцы видят, что, значит, пламя у них стало оранжевого или желтого цвета, то необходимо обратиться в газовую службу, потому что пламя на самом деле оно должно быть такой голубоватый, фиолетовый цвет иметь. При любых проблемах с газовым оборудованием следует звонить по телефону 04. Аварийная бригада работает круглосуточно и выезжает на вызов в течение нескольких минут. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.